дали гру, в якому ви грали? Не первый раз уже сталкиваемся с такой ситуацией. То есть до этого результата он как-то так нас проносило. А сейчас сыграли в ничью. Постоянно говорим о том, что не отдавайте инициативу, даже выигрывая, не отдавайте инициативу. И плюс те отдельные ошибки игроков привели к двум взятым мячам, стандартное положение и второй мяч. Здесь, на мой взгляд, мне на сегодняшний момент очень сложно что-то по горячим следам комментировать. Момент с Булецом, что ему сказали, это молодость? Чи? Я только на молодость. Мое мнение, эмоции. Немножко сил много потратил, двигался хорошо, хотел забить, были моменты забить. И желание было, а вот эмоции подвели. Ну, дай бог, чтобы эти эмоции на этом пока уровне были, а он переосмыслил, переоценил все и в дальнейшем не допускал этих ошибок. Вы знаете, мы все время ставим задачи побеждать в каждой игре. И сегодня это тоже определенный урок, определенный навык игры. На одного меньше, где-то ребята перестроились в обороне, в один надо сыграть. Это тоже учеба. И они в этом отношении должны быстренько реагировать, быстренько перестраиваться, понимать. Растет ответственность в этом отношении. И, по сути дела, после удаления мы играли в меньшинстве, соперник ничего не создал. То есть моменты были у нас. Ребята перестроились, продолжали в том же темпе играть. Единственное, что не добились результата, были моменты, которые можно было, нужно было реализовывать. Гіво в центре поля уже почав грати. Які враження від його гри? За які якості він був переведений? Чи це вимушена така міра? Ну, сьогодні це вимушена міра. Хоча сьогодні він дуже здорово зіграв в цій позиції. І голову передачу віддав в первом мяче и вообще был активен и во втором тайме мог забить, хорошо сыграл Питкивка, тут выше всяких похвал вратарь Карпат сегодня блестяще сыграл. Ну, я вам скажу, что и молодежь, которая в Карпатах, там всегда хорошая группа игроков, и сегодня эта команда не зря она претендует на места, очень хороший, слаженный, боеспособный коллектив. Ну, во Львовских Карпатах всегда была хорошая молодежь.